Осень, октябрь, Москва-река. Всем привет, ребята! Сегодня коротенько расскажу вам о тех приманках, на которые собираюсь ловить на Москва-реке этой осенью и большей частью зимы. Это Мотомо, тайфун, виброхвост в размере 7,5 см, вечно зеленые расцветки. Вот вся глубоко уважаемая снасть в сборе. Знаменитый титан, 8000-ная катушка, шнур 30 ЛБ, это Sunline Super PE, свежий, вторая рыбалка, то есть готов к великим поединкам. Стальной поводок дуэль, грузик довольно скромный, всего лишь 40 с небольшим. Ну, это обусловлено компактностью приманки. Приманка на двойнике Мотомо в размере 3.0. Заводные кольца тоже Мотомо. Мотомо уже не делает разве что шубы, шапки и перчатки. Без перчаток уже достаточно прохладно. Но, чтобы не было совсем прохладно, надо идти и ловить во время шузования самый клев. Течение в реке усиливается. Щуки проявляют активность. Сейчас пропустим баржу и возьмем крокодильчика. Рыба есть. Небольшая, килограммчик, наверное. Но есть тайфун. Мотомо. Исполняет щучка танец. Еще надо отпускать. Рыба есть. Диминого прибора здесь не хватает. Взбодрил щупака немного. Рыба есть. Лучшие осенние приманки от Мотомо. Вот.